Эй, ничего себе! О, боже! Эй, ты как? Эй, малыш, я нашла ключи. Так рада тебя видеть. Я так сильно скучал. Я тоже скучал. Ты взгляни на себя. Слушай, ну ты выглядишь отлично. Ты выглядишь отлично, взгляни на себя. Да брось, прекрати. Ты глянь, ты выглядишь, как будто ты меня поднимешь. Ну а давай проверим. О, боже мой! Я его убью. Ты стал сильнее. Ты бы не смог так сделать 3 года назад. Ты, как всегда, смешная. Слушай, мне пора идти, но я так рада была тебе видеть. Я так был рад. Пока. Эй! Это что нахрен за тёлка была? Какая? Это? Да, это. Единственная тёлка на улице. Просто старый друг. Просто старый друг. Да. Поэтому ты с ней так смеялся? Успокойся, я смеялся из-за шутки. Смеялся, ты флиртовал. Я просто был вежливым, она пошутила. Если бы это не было смешным, я бы тоже посмеялся. Может, помнишь, как мы познакомились? Со мной флиртовал, как с ней. Я пошутила, а ты потом очень долго над этим смеялся. Не-не-не, вернись, ты куда пошел? Слушай, мне вообще все равно, что это твой друг или кто там. Ты что, девочка, что игнорируешь меня? Алло, я с тобой говорю. А че сейчас не смеешься? А? То есть это, по-твоему, не смешно? А если бы это дерьмо сказал какой-нибудь другой человек, то... Розы, я люблю розы. Я знаю, лучшие для тебя. Я тебе это сказал еще на нашем первом свидании. Че, завтракать захотел? Сейчас ты будешь завтракать. Я не хочу хлопья. Мне насрать, спросил бы до того, как я сделал. Окей, вот так. Итак, хлопья для моего малыша. Наслаждайся. Ты, ты хочешь что, забрать моего мужика? Все хотят забрать моего мужика. Эй, что делаешь? А, ну знаешь, я прямо сейчас шла вот к тому дивану. И что ты собираешься делать? Ну, как ты мог догадаться, я собиралась посидеть. Рэйч, а как тебе это место? Это не диван, ты чё, смеешься? Ты чё сделал? То есть вот это тоже для тебя смешно, да? Ты думаешь, я тупая, ты думаешь, я идиотка, один ты такой умный родился, ты куда пошел? Не уходи, слушай, когда я с тобой говорю. Я сыта по горло, а все, на что ты обращаешь внимание, тут это? Что ты вообще... Это даже не работа. Ты сидишь здесь и делаешь свои тупые комбинации и уравнения. И эту тупую машину времени. Ой, может мне попробовать тебя рассмешить? Ой, я знаю, кто тебя может рассмешить. Ты чё, дальше делаешь эту тупую штуку? Эта штука никогда не будет работать, потому что никто... О, мой бог! Не трогай меня. Я тут девушку жду. Че? Ты в порядке вообще? Нет, я не знаю тебя. И у меня девушка есть. Я просто хотел поздороваться. Уходи. Прости, но я жду свою девушку. Ладно, уйду. Окей, проваливай. Проваливай! Да пошел ты. Пошла. О, мой бог, эй! Я тебя так долго не видела, я знаю, соскучилась. Я ты как? О, я тебя вообще так долго не видела. О, прошло очень много времени. О, ты только взгляни на себя, о мой бог. Ладно, божечки. Слушай, мне надо идти, увидимся. Ну ладно, хорошо. Напиши мне. Не забудь. Эй! Это кто был? Кто он? Да, кто это? Это был мой старый друг. Старый друг? Эй, я разговариваю с тобой, а ну вернись! Ты такой смешной. Я рада, что мы познакомились. Да, и я. Я прям чувствую, как мы идеально подходим друг к другу. Я тоже. Ну ладно, малыш, я немного устала за день. О, да, уже поздновато, да. Спокойной ночи. Спокойной ночи, милаха. Спокойной ночи. Спокойной ночи. Ты еще тут? Клади трубку. Нет, ты клади. Хорошо. Да. Это что было? Было что? Ты резко трубку повесил. Да, но ты мне сказал трубку повесить. Я знаю, что я сказал трубку повесить, но это не значит, что нужно трубку вешать. В этом фишка. Я тебе говорю, положи трубку, а ты говоришь, нет, ты клади трубку. А я продолжаю, ты клади трубку, а ты такой, нет, ты клади трубку. Я говорю, что устала. Но и это не значит, что ты должен положить трубку. Это просто милая игра, в которой мы играем. А, окей, да, я люблю игры. Извини, я просто не сразу понял. Все хорошо. Просто в следующий раз об этом не забудь. Я точно не забуду, обещаю. Окей, отлично. Я рада. Да, я тоже. Спокойной ночи. Спокойной ночи. В этот раз можешь повесить трубку. Я серьезно. Хорошо, вешаю.
Алло. Вау! В смысле вау? Я тебе прямо скажу. Слушаешь? В следующий раз, когда твоя девушка скажет повесь трубку, ты не должен вешать трубку. Помнишь про ту маленькую игру, о которой ты сегодня говорила? Да. Вот ты в ней прямо сейчас. Окей. Когда я говорю повесь трубку, и ты слышишь, что... Я не повесила трубку. Ты ждешь. Ты ждешь. Даже если я звучу очень... сонно. Ты можешь сказать, насколько я мило звучу сонно, и даже если начну храпеть. Даже если я говорю сквозь сон, и даже если твой телефон разряжается. Ты ставишь его на зарядку, понятно? И тогда ты можешь только подумать, чтобы положить трубку. Ты меня понял? Да-да, хорошо, теперь понял. Я подключу телефон на зарядку, и мы можем говорить сколько угодно. Да ладно тебе, я просто рада, что мы поняли друг друга. Так поступают хорошие пары. Конечно, конечно, и я очень рад, что мы проработали этот момент, окей? Да, хорошо. Так, ну ладно. Ладно, это была долгая ночка, и я очень устала, и, пожалуй, уже пойду спать. Спокойной ночи. Спокойной ночи. Клади трубку. Ты клади трубку. Нет, я серьезно. Ты можешь положить трубку? Нет, ты клади трубку. Нет. Ты клади трубку. Нет, ты клади трубку. Хороший мальчик. Ты прошел тест. Ладно, можешь класть трубку, потому что я ложусь в кровать. Да, конечно, ты идешь спать. Я знаю, как это работает. Клади трубку. Не-не, уже 3 часа ночи, и я ложусь спать. Все, больше никаких игр. Не-не, я не такой тупой, я знаю, что ты хочешь делать. Эй, если ты мне не веришь, мы можем оба положить трубки на счет 3. Обещаешь, это не часть игры? Это... не часть игры. Хорошо, кладем на счет 3. Готов? Да. 3, 2, 1. Слава богу. Хрена ты бросил трубку, ты чё, не понимаешь, как это работает? Я ж тебе сказала не бросать трубку. Нет, ты клади трубку. Нет, ты клади трубку. Чёрт, ты опоздал, ты где был? Секунду, малыш. Нет, ты клади трубку. Вау, и как ты это сделал? Сделал сам. Йога не единственное, чем я хорошо занимаюсь. Это очень круто. Я ещё даю частные уроки, так что, если тебе интересно, только ты и я. А, ну я так сейчас узнал, мне нужно... А, эй, иди сюда. Эй. Не думал, что ты и правда придешь позаниматься. Я же обещал тебе, что приду. И я тут. Это его первый раз. Это кто, твой младший брат? Младший брат? Нет, мы вообще-то встречаемся. Ию. Ну что, начнем? Уже? Эй. Я отойду ненадолго. Ну что, класс, начнем наш урок. Пройдите все к своим матам. Класс готов. Все прошли к своим матам. Начнем с дыхания, так что откиньтесь на спину. Руки по бокам. Ладонями к звездам. Самое важное, это правильное дыхание, так что сосредоточимся на приятном. Глубоком вдохе через нос и после хорошим выдохом. И снова хорошенько вдохните. Держите. Хорошо держите. Держите, пока не почувствуете, что больше не можете держать. И выдохните, выкиньте из себя весь воздух, как будто вы его скидываете с огромного самосвала. Замечательно. А теперь давайте сделаем нижний мостик, так что не отрывая рук от пола, опираясь на ноги, тяните свои бедра вверх. Вот так. Хорошо, давайте выше. Замрите. А теперь опуститесь на пол, замечательно. А теперь давайте по команде вверх, вниз, вверх, вниз. Поднимитесь вверх. И резко на пол. Вниз. Все вниз. Теперь вам надо сложить ноги вместе и поднять их на 90 градусов. А после тянуться вверх, вверх, вверх. Вверх, 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 вверх. Замечательно, вот так. И теперь замрите. Отлично, очень хорошо. Держите так.
Держите. Замечательно. Все держите. 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 Отлично. Это прекрасно. Я прям это чувствую. Я это ощущаю. Я это прям вдыхаю. Я не... Держите. Я не могу. А теперь возьмите за руку вашего партнера. Давайте, все возьмите за руки людей рядом с вами, хорошенько сожмите их и опустите ваши колени прям к ушам. Чё? Великолепно. И снова сосредоточьтесь на дыхании. И теперь просто вдохните. И также легко выдохните. Представляйте себе поезд, вылетающий из туннеля. Или, может быть, маленькую черепашку, которая высовывает голову из панциря. Я держу. Я выдержу. Двигаемся дальше, ребят, двигаемся дальше. Закрепите позу воина. Хорошо. Как будто вы в туалете. Подвигайте чуть-чуть бедрами. Замечательно. Теперь немного приподнимитесь и упадите вниз, отскакивая, будто бы вы камень. Замечательно. Не держите все в себе. Сбросьте это. Сбросьте. Тебе повезло на этот раз. Что ж, вы сегодня все себя хорошо показали. Поздравляю. Вы проделали отличную работу. Я сейчас скоро вернусь, хорошо? Я не знаю, заметили ли вы, но у нас появился новый студент. Возможно, ты хочешь представиться? Расслабься, ну давай. Расскажи немного о себе. Удели нам время. Привет, ребята, рад познакомиться, мне пора идти. Расслабься. Хотим еще раз сказать спасибо всем за то, что вы здесь в этот особенный день. Мы ждали этого момента 9 месяцев. И самое большое благословение на свете – это стать родителем, ну знаете. Поэтому мы не видим различия, какого пола будет ребенок. Будет ли это мальчик или девочка. Ребенок будет в любви, несмотря ни на что. Да, Анвар? А, да-да-да-да, все, что она сказала. Просто волнуюсь, потому что стану родителем. И буду своего пацана любить, несмотря ни на что. В смысле, пацан, это может быть и девочка. Факт фактом. Но у меня хорошее предчувствие, что это будет мальчик, да! Мальчик! Ну и в общем, без лишних слов, все мы сейчас узнаем, что ребенок... Ребенок-мальчик! Давай, малыш, считай со мной. Погнали. 3! Это мальчик! 2! Это мальчик! 1! Это мальчик! Это девочка! Это девочка! На меня. Что если они просто ошиблись? Может, на заводе что-то случилось, они нам неправильные привезли. В машине же еще были. Ждите тут, ждите. Это мальчик! Да брось, мужик, хватит. Что это? Что это за цвет? Что это? Это розовый. Не, смотри. Вроде так вот синий. Нет, розовый. Да он розовый. Точно розовый. Еще же есть, да? Еще. Окей. Это мальчик! Открывай глаза. Смотрите, что нашел! Синий! Они все, скорее всего, бракованы. Не то привезли. Поверьте мне. Там еще один. Вот это
это другой? Ничего, сейчас узнаем, Пол. Как же я тебя люблю, Боже, еще шажок. Малыш, она ходит. А, пожалуйста, нет. Давай, у тебя получается, давай, да, отталкивайся, да. А теперь давай сама. Да, это моя дочь. С днем рождения тебя. Так, ладно, я сказал, справа это газ. Хорошо, может, если ты не будешь на меня кричать. Прости, то... давай еще раз попробуем аккуратно. Аккуратно. Боже мой. Я поведу. Пап, ты я меня поведу. И отвлек. Я поведу. Веди аккуратно. Хорошо, пап. Окей, и звони мне. Хорошо? Я буду каждый день тебе звонить. Я хочу, чтобы ты звонила мне каждые 20 минут. Я буду звонить тебе каждые 20 минут. Ты слышала, Аманда? Следи, чтобы она мне звонила. Я буду напоминать ей каждый день. Может быть, неуверенным. Хорошо. Все, пап, мне пора. Эй! Никаких мальчиков! Никаких мальчиков! Ты слышала, Аманда? Да, никаких мальчиков. Еще раз. Никаких мальчик! Я знаю, что это будет мальчик, дождаться не могу, когда у меня мальчик будет. Три! Это мальчик! Два! Это мальчик! Один! Это мальчик! Господи, я застрял. Извините, девушки, извините. Я попала в аварию. Меня ноги машины придавил. Я даже не могу телефон достать. Помогите мне, пожалуйста. Ты че, серьезно? У меня вообще-то парень есть. Не-не-не, я это вообще в виду не имел. Дай угадаю. Ты ехал на машине, увидел меня, перевернулся на ней и самозажался, просто чтобы я на тебя внимание обратила. У меня парень есть. Нет, я всерьез на аварию попал. Позвоните 911, пожалуйста. Я знаю, что ты хочешь сделать. Ты возьмешь мой телефон и вобьешь свой номер, чтобы сделать прозвон. У меня парень есть. О, нет. Сейчас машина загорится. Попробуй меня вытащить, пожалуйста. Я что, по-твоему, тупая? Хочешь, чтобы я руку протянула, чтобы ты мог держать меня за ручку? Ты криповый. У меня парень есть. И у меня девушка есть, которую я люблю сильно. А, то есть ты еще со мной изменяешь своей девушке? Пожалуйста, мне просто помощь нужна. Я доктор, я сейчас помогу. Серьезно? У тебя еще и второй пилот на помощь есть. Вы, ребят, такие жалкие. Что? Я его даже не знаю. У меня парень есть. Нет, я горю. Помоги, пожалуйста, помоги. Вау, столько времени, чтобы до спецэффектов дойти. Дешевый фейковый огонь. Огонь нельзя подделать. P-A-R-E-N, мягкий знак. Парень. Пожалуйста, молю тебя. Ты меня никак не привлекаешь. И твой номер мне не нужен, я об этом даже не думал. Я взываю к сочувствию в твоем сердце. Позови на помощь. Позови кого-нибудь. Пожалуйста, помоги. Что ты делаешь? Да, спасибо. Спасибо большое. Алло. Алло, помогите, я в аварию попал. В Сакраменто, Санта-Фе-Стрит, помогите мне, пожалуйста. Да, братан, я знаю этот трюк с разбитой машиной, но у нее парень есть. Что? Нет, пожалуйста. Пожалуйста, позвоните 911. Смотри, если он прям пристает, я могу еще подъехать. Забей, медвежонок, я скоро приеду, давай. Мне конец. Извини, удачи тебе с твоей девушкой и других цыпчик здесь снимай. А мне пора. Не-не-не-не-не-не. Серьезно, взрыв! У меня вообще-то парень есть. Эй, я вижу, сколько ты сил к этому всему приложил. Фейковой смерти и все такое. Честно говоря, это так сексуально. И я бросила своего парня ради тебя. И раз я бросил своего парня и сейчас ни с кем не встречаюсь, то, может, ты хочешь быть моим парнем? Это вообще-то мой парень. Нет, он вчера ко мне клеился вообще-то. Нет, это мой парень. Так, простите, ты сейчас сказала, что это твой парень? Да. Да. Нет, это вообще-то мой парень последние 5 лет. Чё за фигня? Да, это мой, да. Чё ты подраться хочешь? Хочешь подраться, да, со мной? Это вообще-то мой парень. Я тебе, зараза, сейчас все волосы выдеру. После тебя, красотка. О, спасибо, малыш. Обращайся.
Эй, подержи дверь. Спасибо, привет. Обращайтесь. Подержи дверь, пожалуйста. А что еще, всего 2 часа? Пошли, малыш, а то опоздаем. И после этого он вырубил медведя руками. После этих ребят. Подержи дверь. Да, он просто дверь держит и людей пропускает, и понять не имею, зачем. Простите. Да. Можете дать ему дверь закрыть? Может, не в свое дело не лезть. Спасибо, очень благодарна. Стоп, стоп! Эй, ты можешь вон прямо там и оставаться? Стой там всю сцену и не двигайся. Просто стой там. Так, ребят, мы готовы. Туль 2. Снимаем. Отлично, стоп. Как получилось? Отлично. Поехали! Эй, подержи! Мне сейчас от тебя крыша поедет. Спасибо. Да, ребят, обращайтесь. Спасибо. Обращайтесь. Спасибо. Без проблем. Спасибо. Да, конечно. Если ты не подойдешь прямо сейчас, мы расстаемся. Прости, малыш. Спасибо. Пожалуйста. Эй, не хочешь себе прическу? Да не, все норм, брат. Спасибо. Спасибо. Не за что. Пожалуйста. 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 Спасибо. Нет проблем. Можешь измерить? У меня вообще-то есть парень. Спасибо, мужик. Если ты не подойдешь прямо сейчас, мы расстаемся. Малыш. Да, кино. Это кто? Нет, 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 нет. Малыш, я так не могу. Я так больше не могу. Спасибо. Пожалуйста. Спасибо. Эй, нет, нет, спасибо. Нет. Эй, можете нас сфоткать? Да, конечно. Спасибо большое. Нет. Прости. Простите, ребят, проходите. У меня семья! У меня семья! Я тут люблю заказывать. Я буду латте с молоком из фундука и миндаля и органическими взбитыми сливками, пожалуйста. С органическими взбитыми сливками. А вы что будете? Я буду... Да, можно мне большой латте с молоком из фундука и миндаля и... органическими взбитыми сливками. Да, спасибо. Можно я чуть поправлю заказ? Я буду мой любимый латте с молоком из фундука и миндаля и органическими взбитыми сливками. Но я хочу, чтобы мне шоколадом сверху нарисовали какой-нибудь цветочный дизайнерский рисунок. И сверху добавили немного шоколадной посыпки. Посыпку. Потому что я сегодня чувствую себя немного празднично. Будто заказ маленькой девочки. Как будто заказ на детскую вечеринку часто у вас такие. А можно мне, пожалуйста, все так же мой латте на молоке из фундука и миндаля? Но с двойной порцией вашего самого лучшего кофе и взбитыми 2% органическими сливками. Это очень дорого. Не плевать. Можно я чуть поправлю заказ? Можно, пожалуйста, мне все так же мой латте с молоком из фундука и миндаля? Но мне четверную порцию, и не путайте ее за двойной. Не двойная, а четверная, я понял. Когда будете добавлять взбитые органические сливки, то знаете что, я хочу, чтобы мне нарисовали орхидею, украшенную другими дизайнерскими цветами. А потом уже добавили посыпку. Потому что мой заказ на кофе, он не такой стандартный, как у всех. Он не базовый. Я хочу, чтобы вы сами... Я хочу, чтобы вы сами в него вложили свою душу. И также я надеюсь, что нам не по карману лучшие зерна, так как я неравнодушно забочусь о дикой природе. Я надеюсь, что это те зерна, которым утром делают приятный массаж. Перед тем, как их хорошенько помолоть, и когда я их буду пить, кофе мне как бы говорила, что я сегодня была хорошей девочкой. И хочу я, чтобы вы его налили в этот дорогой брендовый сапог с длинными трубочками, которые будут заплетены, как коса у Рапунцель, потому что я принцесса! И еще хочу, чтобы вы каллиграфии написали мое имя. Марго Граф. Нет, лучше принцесса Марго Граф, потому что я принцесса. Вообще-то, видишь вон ту штуку в углу? Я хочу, чтобы ты взял ее. Хочу, чтобы ты... Сейчас возьмет бобровое молоко. Украинское бобровое молоко. Потом я хочу, чтобы ты взял 10 чашек сырых кофейных зерен и помолол их, потоптавшись, окей? До идеального помола. После взял 6 соломок и сложил их в форме сердца. Не косы, потому что это не салон. Пожалуйста. Медленнее, это мой первый день. Карамельные конфетки, которые нужно закинуть туда. А после возьмите тату-машинку. Тату-машинку? Да. Красиво выбить на стаканчике тату-машинкой. Мое имя Аманда. Аманда. Простите, переволновалась. Ничего, так сильно не хотела в колледже. Держите. Спасибо огромное. Это ее постоянный заказ.
А можно, пожалуйста, черный кофе?